Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня у нас четверг, время в Чикаго почти 11 часов утра, время на западном побережье Сан-Франциско, Лос-Анджелес 9 часов утра, в Москве в этот час 7 часов вечера. И мы начинаем нашу регулярную программу, которая идет по четвергам, и она называется «Женская гостиная». Наши координаты www.sungatesradio.com, sungatesradio.com. Наш телефон 847-226-9956, ну и Skype. Skype Sungates, солнечный оборот, на конце буквы S, Sungates 108. Наша программа, как я уже сказал, называется «Женская гостиная», автор ее Анастасия Хрущинская. Ну и, как всегда, у Насти сегодня гость Лёля Хилько. И программа называется «Как сохранить и приумножить красоту и здоровье с помощью Васту». Настя, тебе слово. Спасибо, Миш, добрый день, дорогие друзья. Лёлечка, привет. У нас сегодня действительно в Москве 19:00, а Лёля с нами выходит в эфир из города Красноярска, и там сейчас 11 часов вечера. Спасибо, дорогая, что ты согласилась опять принять участие в нашей программе. И действительно, мы сегодня поговорим о такой необычной совершенно, на мой взгляд, теме. Причем пока ты мне не предложила даже вот этот разговор, я как-то это даже не связывала. Хотя, казалось бы, я уже много лет занимаюсь аюрведой и джойтишем, да, и должна была об этом знать. Но, тем не менее, васту – наука, которая может повлиять на наше здоровье. И аюрведа, и васту, они очень тесно связаны, и когда мы смотрим вопросы, рассматриваем вопросы здоровья дома, то непосредственно, как следствие, вопросы здоровья жильцов, они, наверное, тоже так же затрагиваются. И я хочу напомнить, что Лёля, она васту-коуч, консультант по построению пространства согласно васту, консультант по семейным отношениям и родовым программам, и у нас она уже была один раз в гостях с интересным очень эфиром по родовым программам, а сегодня вот мы как раз будем говорить о красоте и здоровье, что особенно актуально для нас, женщин, потому что все-таки у нас наша целевая аудитория женщина, хотя мужчин мы всегда тоже очень любим и привлекаем, вот, и для того, чтобы привлечь правильных мужчин, я думаю, нам тоже нужно прям нажать красоту и здоровье. Лёль, привет! Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня еще раз, я вас приветствую, и очень мне приятно в вашей компании. Спасибо, тема, дорогая. Тема очень интересная, безусловно. Я надеюсь, все построили васту карты, кто нас слушает. Вот, потому что, ну, когда мы говорим о васту и о принципах васту, о правилах васту, все-таки, ну, без васту карты немножко сложно понимать, что и как именно у нас, да, потому что я буду сегодня говорить, ну, такие простые вещи, практичные, которые вот можно прямо вот встал и пошел, применил, сделал. Вот. И чтобы применить, сделать, все-таки нужно на руках иметь васту-карту. Как ее построить, я делилась в комментариях по нашему... Ты, может быть, напомнишь еще для тех, кто не прочитал наши комментарии, просто так коротко для того, чтобы нам... Ну, это вопрос, потому что не все... Наша программа записывается, кто-то будет слушать ее в записи, и не обязательно будет готов к этому, да? То есть, пожалуйста, поделись с нами, как все-таки построить. Ну, там есть видео определенное, то есть это набор действий, очень простой. Справиться можно буквально за там, 10-15 минут, имея на руках план своей квартиры. Если нет плана, то можно измерить все рулеткой. И это девочки у нас тоже делают, ну, то есть без проблем. Какого-то там инженерного образования не нужно. То есть все очень доступно. Нужно нужно знать свой адрес. Нужно иметь на руках пропорции, вот именно в масштабе свою квартиру, ну, план БТИ в России это называется. То есть, ну, чертеж, да, как у нас что расположено, где. Нам нужно посмотреть свое местоположение в Гугле, сориентировать вот свой план квартиры согласно тому, как это в Гугле, и потом... То есть там тоже в инструкции дано, что это нам нужно вписать в прямоугольник и сделать небольшие расчеты транспортиром. Нам нужно расчертить основные диагонали север, север, юг, запад, восток, северо-восток, ну, соответственно, да.
ну, как бы и все, и определить, то есть поделить это все на 9 частей, определить центральный треугольник, потому что в красоте и здоровье он играет, ну, такую важную роль. Я бы это брахмастан, да, имеется в виду? Вот то, что... Ага. А скажи, пожалуйста, а если, скажем, вот я живу, вот у меня двухэтажная квартира, да, как в этом случае, это не важно или это важно, да? Ну, то есть мы строим просто то же самое на два этажа, потому что дорожки могут отличаться. То есть мы где-то что-то дочерчиваем, но это будет две разные вастукарты, потому что от того, где мы спим, где мы едим, в какую дверь мы выходим, это все отражается на нас. Потому что васту, я опять буду секретничать с вами, васту – это полностью отражение нашего сознания, потому что все-таки мы, как ни крути, да, все состоим из идей. То есть у нас идея о том, какие мы, идея о том, какие должны быть дети, какой должен быть муж, мужчина в целом, какое должно быть государство. И вот эти идеи, они нами управляют. И васту – это как бы вот прям четкое отражение всех наших идей о мире, о том, какие мы сами, какие мужчины, какой у нас достаток. То есть это... Вот как под копирку все наши идеи о этом мире, о себе и обо всех, это вот васту карта. То есть это такая простая инструкция к себе, которую мы можем построить и сразу начать ей пользоваться. То есть на самом деле получается, в общем, можно даже не ходить никаким специалистам по здоровью, да, а построить васту карту и поправить то, что необходимо, да, если есть какие-то проблемы. Да, ну, безусловно, тут... мы сразу же определим свои слабые и сильные стороны, и так как васту это все-таки 9 планет, да, которые отвечают за определенные сферы жизни, так же как и за определенные болезни или наоборот здоровые и сильные стороны. Вот. И зная, какая планета у нас находится в гармонии или наоборот дисгармонии, вот отсутствующие сектора бывают сильно повернутые квартиры, и это тоже все, ну, то есть это такие ключи к нашим и нашему самому. Ну, болезни – это такая очень большая тема и такая очень скрупулезная, поэтому, ну, вот в рамках одной такой быстрой передачи, потому что сейчас час очень быстро закончится, я бы хотела поговорить все-таки больше о уровне энергии, о нашем самочувствии, о нашем, ну, то есть такие базовые вещи, которые... без каких-то особенных узких знаний, да, и в аюрведе, и, ну, и вообще в принципе, да, то, что касается здоровья, заболеваний, диагнозов, но на уровне вот поддержания себя в тонусе, в хорошем таком энергетическом состоянии, когда мы просыпаемся легкие, когда мы засыпаем, когда мы отдыхаем во сне, да, и... Это может уже делать каждый человек с любым уровнем здоровья, достатка, физической подготовки. Вот, то есть это и брахмастан, вот этот вот треугольник, да, то, что нужно определить, он играет такую очень важную роль в этом. Квадрат, да, не треугольник? Ну, прямоугольник. Или прямоугольник, квадрат. Ага, прямоугольник или квадрат. Ну, и что мы дальше делаем? Мы построили карту, да, согласно твоим рекомендациям, у нас есть вот этот некий план, да, некие квадратики мы вписали друг в друга, определили стороны света, и к чему, что мы делаем дальше? Какая же инструкция? Мы ищем физически в своей квартире брахмастан, то есть его можно определить. То есть я, чтобы понимать, вот где он у меня, поначалу я ложила на углы просто вот отрывные стикеры, чтобы, ну, то есть я ходила и привыкала, где это брахмастан вообще, потому что брахмастан это такое место, это душа дома. И, то есть вся энергия, которая вот у нас внутри, у нас же есть тоже внешняя энергия, которую мы получаем, да, там вода, еда, солнце. И есть какой-то внутренний вот этот вот потенциал, энергия, то, что мы сами аккумулируем, да? И вот то, что мы сами аккумулируем, это то же самое в нашем доме, и то, что аккумулирует, это брахмастан. Поэтому от его чистоты зависит очень многое, потому что если он захламлен, если там несущие стены, туалеты,
шкафы, кресла, диван, ну вот все тяжелое, оно, безусловно, сказывается на уровне нашей собственной энергии. И на внешней, и на внутренней, как мы в мире себя ощущаем, как мы внутренне себя ощущаем, сколько у нас сил, сколько у нас энергии. Это все зависит от того, насколько чистый или захламленный у нас брахмастан. Потому что энергия, она, то есть можно произвести такую аллегорию, что брахмастан это такое озеро. И вот центральная точка, брахмабинду она называется, вот туда, там аккумулируется вся энергия, и как будто вот мы камушек бросаем, и вот она от него вот волнами идет. И если некуда идти, оно и не пойдет никуда. То есть энергия просто ну, в никуда уходит, где-то застревает. А если много, то тогда мы ее за пределами брахмастана, мы уже можем ее получать, и мы можем ее трансформировать ну, во что угодно, в творчество, в энергию, в спорт, в деньги, ну, то есть в любые проявления всяких приятностей. Ну, скажем, понятно, да, брахмастан мы освобождаем, если есть возможность, а если нет возможности, если там вот, я вот, например, однажды, у меня такой был опыт, я жила в доме, где лестница была в брахмастане, прямо по центру дома, такие, вот такой проект был интересный, да, он был очень красивый, но, как я уже потом стала понимать, он совершенно не приспособлен был для жизни. По центру дома проходила лестница, и вокруг него как бы дом собирался. И вот действительно, есть там какие-то, ну, сложности с освобождением, да, уже, опять же, несущая стена, да, и, ну, переехать нет возможности, что делаем? В первую очередь это говорит о том, что человек, живущий в таком пространстве, очень много энергии вкладывает в других. То есть это такой уже нездоровый альтруизм, когда ради других я готов на все, да, и вставать в 3 часа ночи, или там в 5 часов подскакивать, и последнюю рубашку, и вот все для других, а к себе как бы закрыт доступ. Когда вот у нас к себе доступ закрыт, и мы не хотим посвящать вот, себе ни время, ни любовь, ни энергию, когда мы все отдаем, тогда у нас закрывается брахмастан. Для того, чтобы мы энергию сосредоточили на себе. И когда мы ее сосредотачиваем на себе, у нас открывается брахмастан. Или появляется возможность что-то переставить. Или, например, лестница. Тут творчество, безусловно, то есть мы женщины, мы созданы для того, чтобы вот такие вот сложные ситуации как-то очень красиво обыгрывать. Это могут быть зеркальные пленки, белые пленки, то есть все, что может максимально это облегчить или сделать визуально легким, светлым. И тогда, ну, то есть, опять же, порядок, да, энергии. Когда лестница, она, ну, вот тяжелая какая-то такая, прям вот давящая, и мы на нее что-то делаем, какой-то орнамент, даже если просто из бумаги, грубо говоря, снежинки, да, и просто налепили, это уже даст свой эффект. Угу. А скажи, пожалуйста, вот сразу возникает вопрос, вот мы же в доме, ну, скажем, живет семья, да, живет несколько человек, и на каждого, в общем-то, это пространство, оно по-разному может влиять, да, для кого-то, кому-то хорошо, а кто-то себя плохо чувствует, вне зависимости от того, как расчищен брахмастан. Ну, наверное, хотя, если следовать определенной логике, что если брахмастан чистый, то всем хорошо, но, тем не менее, все равно же разные члены семьи, да, они по-разному на всех влияют. Это пространство нет или да? Как бы нет. Просто, ну как, это когда одно и то же проявление у нас просто оно трансформируется по-разному. То есть, например, загроможденный брахмастан, да, и, например, мама, которая все отдает, да, и которая совершенно на себя, ну, забыла. Тут же у нас может быть рядом папа, который вообще не хочет находиться дома, и он все время на работе. И тут же у нас ребенок, который либо, который, ну, он может истерить, может, ну, то есть, опять же, вот все, все вовне, и какой-то вот гармоничной такой почвы, что ли, для создания каких-то таких отношений, когда есть баланс, ты мне, я тебе, и он гармоничен. Вот здесь возникают сложности, и это проявляется
Естественно, ну, это не штамп, да, что вот у всех вот одинаково, но это в любом случае проявляется какой-то дисгармонией. Ну, у тебя есть такая статистика по поводу того, что когда у людей брахмастан заставлен, да, или, ну, какие-то там препятствия в нем, то, в общем, у людей начинаются проблемы там со здоровьем, например. Или в отношениях все-таки. Вот что здесь больше, что здесь первичное, или и то, и другое? То и другое, безусловно, потому что если говорить про здоровье, это полное отсутствие, ну как, не совсем мы лежим, да, но это отсутствие энергии, это когда нам все тяжело, когда мы проснулись и уже устали, это вот про забитый брахмастан. И у меня есть такой случай, когда, получается, пол брахмастана находится вообще у соседей, ну то есть обрезано. А вот эта несущая стена, она четко по брахма-бинду идет. И то есть я дала такую рекомендацию повешать зеркало, вот оно вот здесь, брахма-бинду, коридор, и я зеркало повешать вот на эту стену, которая смотрит на восток. Большое-большое зеркало в пол. И мне девочка, она уже на следующий день сказала, я как будто бы какая-то, вот я что-то еще даже не привыкла к этому уровню энергии. То есть коррекция зеркала уже сдвинула, то есть она только перевешивала, она еще ничего не делала, она не меняла свое питание, она не меняла образ жизни, ничего не добавляла, просто сделала. И буквально пару дней она сказала, что-то я вот прям вся, и мне это, и это, и я уже это делаю, и вот я прям чувствую такой подъем. Понятно. Вот. Ну, хорошо, а следующий шаг какой у нас дальше, что мы смотрим? Что мы смотрим? Ну, мы смотрим, безусловно, восток. Это вообще все, что связано со здоровьем, с солнцем, с праной, такой не медициной, когда прям медицина, а это такая профилактическая, когда вот мы что-то делаем для себя, для поддержания здоровья. И это восток. И мы смотрим, как приходит солнце, сколько его приходит, обрезано у нас там. Или, потому что вот брахмастан – это внутренняя энергия. А вот север, северо-восток и восток – это та энергия, которую нам дарит мир. И тут мы тоже смотрим вот баланс, насколько мы можем брать то, что нам дает Бог, то, что нам дает Вселенная, то, что нам дает мир. И если здесь проблемы, то со здоровьем проблемы будут, безусловно. И тут мы уже можем смотреть, да, если проблемы, опять же, секрет, да, когда человек заболевает, например, и он идет спать на восток, то он восстанавливается намного быстрее, и он выздоравливает намного быстрее. На восток. А в каком смысле спать на восток? Головой на восток ложится? Прямо или на восток в сектор. Прям нет, сектор. Вот. Сектор, восточный сектор, то есть просто находиться в восточном секторе. Да. А головой куда надо? Потому что я знаю, что в восток очень запад. Важно, куда. На запад? Да, только на запад. Потому что у нас. Да, у нас энергия входит через ноги. Поэтому нам нужно спать ногами, ну, вот направление туда, какую энергию мы хотим получить. Поэтому если вот мы спим головой на запад, то мы получаем все, что нам дает восток. А это здоровье. А в принципе спать головой на запад, ногами на восток вообще полезно? Ну, то есть не рекомендуется спать головой на север. И у нас в России очень много, ну, то есть 80%. Это первая рекомендация, которую дает восток консультант вообще. Ну, то есть тут даже, наверное, статистика, я не знаю, она, наверное, зашкаливает. Это вот первая рекомендация, которая всем дается. Потому что у нас как-то все принято, как-то так сознание повернуто. Или в советское время было принято, что говорили, что нужно спать головой на север, и все спят головой на север. Вот прям очень много. И мы вот то, что советуем первое, это вот перевернуться хотя бы наоборот, и спать головой на юг, ногами на север, чтобы входила северная энергия. А вообще спать, вот когда мы вертимся, да, и вот мы куда спим, энергия той планеты к нам и приходит. То есть если мы спим, женщина, если спит головой на юг, ногами на север, она молодеет. А если она спит еще и в южном секторе, то это вообще вот каждая ночь как посещение салона красоты.
это такой вот секрет красоты, не только здоровья, но и женской красоты, потому что на юге женщина молодеет. А как мужчине быть в таком случае, если, скажем, семья с ним, что происходит, касается морфоза? Ну, с ним, то есть, входят такие в мужчину, да, то есть он становится более подвержен таким энергиям, что с него спрашивается чуть-чуть больше, чем если бы он спал где-то в другом месте. Но если мужчина чувствует себя гармонично, ведет себя гармонично, да, согласно вот каким-то своим внутренним. Потому что мужчине советовать что-то, это, ну, для женщины, наверное, такое табу, да, даже как бы он для нее, что бы он ни делал, это хорошо, это правильно. То есть, если взять это так за такое априори, да, но при этом, если он внутренне знает, что он идет туда, куда надо, то на юге у него будет все отлично. Но при этом, если он спит на юге и что-то начинает происходить, ну, где-то какие-то проблемы такие марсианские, да, юг это же Марс, какие-то такие мужские энергии, да, или какие-то проблемы возникают, или что-то со здоровьем. Это значит, вот как-то нужно немножко ракурс у самому мужчине. То есть его Вселенная подталкивает, чтобы он чуть-чуть изменил ракурс своей деятельности какой-то. То есть, ну, это может быть какой-то небольшой нюанс, который потом вернет его опять, все будет хорошо, все будет нормально. Вот. Но вообще, да, потому что юг, он у нас там управитель Ямарадж, или Дхармарадж, да, и это такой бог, который отвечает за то, чтобы мы четко выполнили свое предназначение. Если мы приходим к его владению, то он уже за нас берется и ведет нас за руку, да, куда нужно, чтобы мы выполняли то, что от нас ждет Вселенная. Поэтому никакую плохую энергию мы не привлечем, там вот все-таки Ямарадж такое страшное божество, достаточно суровое, да, которое наказание неотвратимо, да, такой божественный суд, вот. И это неплохо, да, вот, то есть, когда мы головой на юг там находимся, да. Хотя, с другой стороны, получается, да, если мы через ноги к нас с севера, на севера, да, у нас на севере какая планета сосредоточена? Меркурий, да? А почему через Меркурий? Меркурий же считается нейтральной планетой, да, вот он не такой нехороший, неплохой. Получается, Меркурий, он дает нам такой, он дает нам быстрый ум, он дает нам, он помогает нам быстро восстанавливаться, он помогает нам относиться проще к себе, к миру, к людям, он помогает нам коммуницировать. И то есть вот этот вот, ну, такой легкий, да, какой-то, можно даже сказать, молодежный такой подход к жизни, он все равно передается вот нам с этой энергией, этой планеты. И мы меньше нервничаем, меньше как-то не так серьезно относимся к каким-то эромоментам, да, которые можно было бы, да, как-то гипертрофировать. И поэтому, ну и север, он, безусловно, дает нам процветание, изобилие, да, потому что там помимо Меркурия еще и Кубера, который казначей небесный. И поэтому это очень здорово, спать головой на юг, да, и при этом мы не получаем, вот, ну, я не хочу говорить негативную или минусовую энергию, это энергия, которая помогает трансформировать, да, и при этом это энергия целеустремленности, это энергия, когда мы спим именно в секторе, не направление головы, а вот когда мы спим в секторе юга, особенно девочки, да, помимо того, что мы там молодеем, красивеем и вообще, то есть вот вся энергия вот эта мужская, она приходит к нам извне, да, и мы тогда можем раскрывать все свои женские качества, ну, во всей красе себя показывать, да, потому что есть эта мужская энергия извне, да, мы ее не аккумулируем внутри. И когда мы спим в этом секторе, нам легче добиваться каких-то целей. И Марс, безусловно, отвечает за травмы. Да, и если какие-то травмы, порезы, царапины, что-то, ну, операции, да, не дай бог, это вот все сосредоточено вот в этом секторе. Именно поэтому в этом секторе нельзя хранить фотографии живых близких, детей, семейные фотографии. То есть вообще посмотрели, где юг, и вообще все фотографии, которые могут быть, висят, лежат, оттуда лучше убрать, потому что, опять же, это будет такое жесткое влияние Ямараджа, да, он сразу, ага, чья это фотография тут лежит,
пора на него посмотреть, выполняет ли он там свое предназначение, карму. Да, и вдруг это... А скажи, пожалуйста, ну если у нас, скажем, ну вот не получается, да, вот мы, ну... Скажем, направление поменяли, но все равно в южный сектор не попали. Но молодеть хочется, здороветь хочется, да, и женщине все равно в любом случае хочется быть красивой. Какие есть секреты? Делись с нами своими, да, три часа. Да, ну, во-первых, нужно, когда не получается что-то, да, то есть если из расчета у меня не получается, у меня все не так, у меня все не по вас, ну, то есть тут, во-первых, не нужно паниковать, во-вторых, ну, значит, просто сейчас так нужно, и нужно куда-то выскочить. Потому что когда мы меняем себя, тогда и меняется все вокруг нас. И очень нужно, если мы осознанно подходим ко всему, то все как-то вот оно закручивается, что все получается. Нужно отслеживать, куда мы смотрим, когда вот мы смотримся в зеркало, в какую сторону, опять же, да, куда мы смотримся. Потому что если это будет Запад, а Запад это у нас Сатурн. Если у нас зеркало висит, и когда мы в него смотримся, мы смотримся на Запад, то мы стареем, мы, то есть напитываемся такой сатурнианской энергией, да, которая отвечает. Я поясню для наших радиослушателей, что Сатурн представляет из себя такого старика хромого, да, такой с палочкой. То есть это старость. И поэтому, естественно, то есть мы напитываясь, смотря в сторону Сатурна, мы напитываемся в некотором смысле его энергией. А что сделать для того, чтобы сатурнианской энергии не напитываться, да, вот именно с точки зрения здоровья и внешности? Ну вот не смотреться в зеркало на Запад. Ну, это можно отследить, и можно эти зеркала перевешивать так, чтобы они работали на получение нами энергии вот такой солнечной или юпитерской или меркурианской. Еще девичий секрет, да, это юго-восток, это зона девичьей красоты. И причем тут живет наша внутренняя женщина, да, девочка, женщина, мама. И вот там вот женщина, если есть какие-то проблемы с желанием, вот, кстати, когда у людей, например, то есть там вообще спать в этом секторе не рекомендуется, потому что он, ну, может добавить очень много страстей. Особенно не рекомендуется спать там парам или детям. Но при этом там хорошо спать людям, у которых апатия, депрессия. Или, ну вот такое состояние очень тяжелое, да, когда ничего не хочется, ничего не надо. Сразу такого человека на юго-восток. И, ну, это энергия огня, страсти, Венеры, там вот оно вот все такое аккумулировано, там на трех уровнях, ну, у нас на наше пространство три уровня влияния, и там вот на всех трех там огонь, ну, то есть это прям такой внутренний огонь, но он может как бы опять в ту или в иную сторону, да, и так плохо, и так плохо. Поэтому он может вызывать, если там много находиться, если там спать, он может вызывать чрезмерное желание, такое вожделение, чем-то обладать. Но при этом, если мы его украшаем, если мы там прихорашиваемся, если мы там творчеством занимаемся, девочки, да, мы про девочек же сейчас говорим. Вот, если мы много, опять же, если у нас, например, там находится гардеробный шкаф, или даже какие-то несколько наших вещей, то в этом секторе они будут приумножаться. Ну, не просто приумножаться, они будут роскошные, дорогие, красивые, брендовые вещи. То есть вот надо туда что-нибудь положить, да, чтобы оно там приносило. Там нужно ложить блокнот желаний, чего мы хотим. То есть это все должно... Это такой сектор, вот... Его нужно тоже определить и хотя бы какой-то себе кусочек там выделить, чтобы там лежали наши вещи. Блокнот с желаниями, какая-нибудь штучка, да, что мы можем руками повязать, поплести, да, все, что связано с творчеством. И девочкам, которые, например, не вестятся. Да, потому что у замужних девочек у них уже немножко другие сектора, а это сектор такой для невест. И когда мы
его облагораживаем, делаем вот прям роскошно, вот все, все самое такое, ну, роскошно это не всегда, да, дорого, что надо бежать, брать кредиты, покупать какие-то багетные рамы, дорогие, дорогущие картины. Нет, то есть это все можно подойти с таким творчеством, с таким азартом, что из каких-то простых вещей сделать такую роскошную, вот прям красоту, красоту, и которая будет смотреться роскошно, смотреться дорого, но при этом и мы туда свою творческую энергию вложили. И при этом она будет доступна, да, каждому человеку. И это может сделать каждая, если вот захотеть. А скажи, пожалуйста, от юго-восточный сектор, я считала, что там кухня должна быть, да? Вот если в идеальном у нас Вастоплане, да, а да, как же мы там... и красоту? Ну как, кухня — это сакральное место женщины. Это не, ну это понятно. Там творчеством занимается, то есть она готовит с творчеством. И она, ну то есть красоту наводить — это же не сесть и вот, вот наводить красоту, хотя ее тоже довольно. Но это в идеале. И, ну вот я редко встречала кухни. То есть это вот у меня один из... Та, наверное, как на кухне на юго-востоке. Очень много ванн на юго-востоке, конфликтов, да, между женской энергией и, ну, внутренней, и, ну, конфликт, когда мы не понимаем, что у нас внутри, что это за женщина, что она от нас хочет вообще. Да, и запихиваем. Вот, то есть получается, очень... что если там, если вот таким образом получается, нам досталась квартира, да, жилье, где на юго, в юго-восточном секторе находится ванна, да, то это уже очевидно какой-то конфликт. Может это привести к каким-то заболеваниям? Конечно, и может это привести к заболеваниям. То есть Венера — это что? Это наша красота, это наша кожа, это наша привлекательность, да. И... сексуальность, опять-таки, да. То есть это может быть подавление желаний, да, мы можем выглядеть не очень хорошо, не свежо, да, и, в общем, это будут такие поражения по Венере. Когда мы путаемся вот в спортивные костюмы, в какие-то кофты, балахоны такие, когда вот идет капуста, и вообще непонятно, сколько ей лет, и непонятно, как, и то есть она и внутренне же себя... Вот, это Востока. Но и опять же, даже если у нас там конфликт, но мы начинаем вот что-то делать в пространстве, добавлять какие-то вещи, это декор, это картины, это подсвечники, это... Да, вот я хотела спросить, а если, поскольку юго-восточный сектор, да, то есть и огонь там должен, если мы свечки туда поставим, да, какие-то, то это мы улучшим тем самым, да? Да, ну, то есть тут нужно индивидуально смотреть, на самом деле. Если вот я себе добавляю туда огня, то есть свечки, то у меня повышается раздражитель, то есть я сразу такая становлюсь. Вот. Поэтому я поставила, походила, посмотрела, убрала. Потом опять поставила, походила, посмотрела, и вот так что-то добавлять. Что без вот этого вот эффекта, точно, это картины любые, красивых рам. То есть любая картина — это уже предмет роскоши. Это какие-то красивые подсвечники, без свечей даже можно. То есть это какие-то такие вот штучки, декор, да, когда она функциональности никакой не несет, при этом очень красивая. Вот. Это все относится к юго-востоку, это все его улучшает, гармонизирует и не усиливает. Усиливать сектора тоже можно, но это нужно уже подходить индивидуально, смотреть гороскоп, смотреть свои планеты, можно это делать или нет. Вот, то есть это уже такая глубокая работа. То есть это уже такая работа, когда ты свою личную персональную карту, да, натальную карту, которую составляет астролог, ты накладываешь уже на карту своего дома и видишь это совмещение. У меня даже книжка такая есть, которая как раз рассказывает о... Планета в экзальтации, планета в падении. И то есть нам что-то может усилить, что-то нельзя. То есть когда планета в падении, ее же лучше не трогать. Вот. И мы можем этих нюансов не знать и начать что-то усиливать. Но вот усиливает это цвета, да, которые вот по секторам. И... То есть в соответствии с планетами, да, у каждой планеты у нее есть там свое число и свой цвет, и, соответственно, если мы этот сектор подчеркнем таким цветом, то он начнет усиливаться, да? Да, он усилится. То есть усиливать можно сильные свои стороны, и при этом нельзя усиливать слабые. И вот тут нужно разобраться. При этом, то есть вот опять же, да, отходим от усиления и приходим к гармонизации. Когда мы что-то добавляем, и это... И не усиливает, и не ослабляет, но при этом энергию, вот она начинает
то есть правильно течь, да, и от нас, и к нам, и мы ее можем принимать в какой-то доступной именно для себя форме. Это вот как раз декор, картины, то есть это такие нейтральные вещи, которые помогут вот этой энергии, ну вот, в русло войти, чтобы, то есть они адаптируют эту энергию под нас, вот. Понятно. А зеркала можно в юго-восточном секторе использовать? Вот еще такой, потому что если мы говорим о девочках, да, невесты, то вдруг они там еще будут смотреть зеркала, и как, и куда этот зеркало лучше сориентировать? Зеркало, ну, то есть это, опять же, это нужно смотреть карту, потому что нельзя, чтобы открывался вот сам юго-восток, то есть вот сама вот эта диагональ юго-восток, чтобы и юг не открывался, и запад, чтобы не открывался, чтобы когда мы смотрелись на восток, и само зеркало открывало у нас восточную часть, потому что это нам нужно строить плотину, потому что у нас с одной стороны энергия приходит, с другой уходит. Если мы поставим, например, зеркало на юг, то энергия, которая приходит, она в это зеркало будет выходить. А то есть зеркало это как бы, это как окно, да? Оно выпускает энергию, то есть оно не отражает, да, вот в привычном смысле, то есть она не сохраняет, да, она не преграда, она не является преградой. Да, у нас был интересный опыт, когда меряешь электронный рулет, то есть такие лазерные рулеты. Да-да-да, ага. Да, и, то есть, ну, интересный эффект, да, ты меряешь стену, и раз из зеркала, и комната раз в два раза увеличилась, ну, то есть сама рулетка, то есть даже технику не обманешь, что же говорить про вас. Да, интересно, действительно. Скажи, пожалуйста, вот у меня тут еще один вопрос в процессе нашей беседы возник. Если, скажем, возможно, у человека есть какие-то болезни, он переезжает, и он выздоравливает. Такие бывают случаи? Ну и, соответственно, наоборот. Ну, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, да, есть идея о своем здоровье, о своем теле, о том, какое оно должно быть. И когда эти идеи, ну, то есть они полностью отражаются в нашем доме. Если мы переезжаем куда-то, да, и там нет этой идеи в пространстве, так бывает. То иногда нам везет. Так бывает, что эта идея просто ее нету. И она исчезает у нас в голове, и мы выздоравливаем. Или наоборот, то есть мы поменяли идею какая-то в голове на раз, но отпала тоже по щелчку, так бывает. И мы переезжаем в другое пространство, и там этого нет, и все, и болезни нет. Так бывает. И когда пространство, оно, то есть, если говорить про здоровье, то в пространстве, здоровое пространство, когда вот у нас все гармонично, да, когда у нас закрыт вот этот минус, когда у нас открыт плюс, когда энергия к нам течет, когда брахмастан, да, то есть он открыт и беспрепятственно к нам идет энергия, то тогда и наше состояние, оно, безусловно, улучшается. Но интересный момент, да, вот в этом году, я не знаю, заметили вы или нет, вот я как-то по себе и по своим знакомым заметила, что в этом году болезни, даже, ну, какие-то хронические, не хронические, они очень гипертрофированы в этом году, то есть они проявляются с какой-то, не знаю, тысячекратной вообще величиной. И, ну, казалось бы, да, вроде мы живем в одном пространстве, но как-то вот год от года он отличается. И в этом году, то есть, такие энергии пришли, то есть звезды, да, когда транзиты вот эти накладываются на нашу васту карту, и это тоже определенным образом отражается. И планета на нас начинает по-другому немножко влиять. Это, ну, тоже надо учитывать, что это все, мир, он не статичен. Ну, это еще одна идея, да, о том, что мы вот сделали, и все так и будет. Нет, то есть, как положение звезд на небе, как оно на сейчас, и положение вот планет в нашей квартире, вот эта совокупность и дает нам здоровье, красоту, энергию и прочее. Но при этом, когда мы улучшаем, когда мы заботимся о своем пространстве, мы можем эти энергии, ну, то есть вот они начинают преобразовываться, то есть пространство, оно нам помогает, преобразовывает их, и мы их получаем уже для себя дозированно.
А скажи, пожалуйста, ну вот в астрологии есть, вот ты как раз сказала о том, что этот год, он такой достаточно сложный, действительно, я тоже это замечала, и вот прям буквально совсем недавно у нас вообще было 4 ретроградные планеты одновременно, Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий, Меркурий еще до сих пор идет ретроградный, он вот только 22-го, через пару дней он у нас только пойдет директно. А есть ли в вас то такое понятие, что вот как раз именно директного направления или ретроградного направления планеты каким-то это образом, в общем, коррелируется, учитывается, не учитывается, какая сфера влияния? Нет, это влияет только когда мы рассчитываем вот эту совокупность, то, как на сейчас, и то, как у нас в квартире. То есть, когда мы рассчитываем вас ту карту, все вот. Все очень просто. Мы не учитываем эти показатели, и слава Богу. И в этом может разобраться, ну, то есть любой человек, который даже не знаком с астрологией, и достаточно просто, то есть, глядя на свою карту, понять, ага, вот тут у меня север, вот тут у меня северо-восток, вот тут восток. Вот это вот отвечает за мои, за мое здоровье, да, и за мой уровень энергии. Вот здесь мне нужно, чтобы было все чисто, и висели зеркала, которые у меня, может быть, где-то там висели на западе. Да, и он это переделывает, и уже сразу начинает чувствовать себя лучше. Так, когда мы начинаем заболевать, мы посмотрели, ага, восток, так, пошел, поспал одну ночь на востоке, ну, и в зависимости, где там в Москве, и почувствовал себя лучше. Нужно выспаться быстро, да, иногда бывают дни, когда нам нужно там поспать 4 часа. Вот эти 4 часа лучше поспать на востоке, потому что мы поспим мало, но при этом напитаемся вот этой праной. То есть и нам тогда будет легче какую-то деятельность осуществлять, да, когда мы спим, получается, головой на запад, ногами на восток. Правильно, да, я говорю? Ага. Поняла. А скажи, пожалуйста, вот я про зеркала, это на самом деле такая обширная тема, в каких секторах можно зеркала вешать, а в каких нет, потому что я знаю, что зеркало это вообще очень сильнейший инструмент управления пространством, да, то есть мы его увеличиваем, уменьшаем пространство, мы изменяем какие-то отражения, да, тем самым привлекая определенные энергии. Я помню в свое время, я, к сожалению, вот у вас-то не очень хорошо знакома с тем, как зеркала должны быть расположены, вот я помню из фэншуя, да, там, допустим, напротив двери, когда вешаешь зеркало, то там сразу какие-то энергии определенные приходят. Вот я знаю, что у вас, то, например, зеркала в спальне не рекомендуются, да, казалось бы, вроде в спальне, да, ты там проводишь время, потом встал, оделся, в зеркало посмотрелся, а тем не менее в спальне нехорошо, когда зеркала висят, да? Ну, когда отражается спящий человек, да. Ну, то есть по зеркалам, на самом деле, несколько правил очень простых, то есть зеркала должны, ну должны, желательно, да, чтобы они висели в плюсовом вот этом, у нас два треугольника получается, у нас получается один прямоугольник, мы его делим по диагонали, вот прям как я рукой показала, и с этой стороны у нас минусовой треугольник, а сверху плюсовой, вот желательно, чтобы зеркала висели вот в этом плюсовом, да, то есть чтобы они. И при этом, когда они висят, чтобы мы смотрелись либо на север, либо на северо-восток, либо на восток. И остальные направления не рекомендуются, потому что там мы начинаем ловить не очень хорошие энергии, и если они висят вот наоборот, то энергия, она уходит. То же самое про зеркало, в которое отражается дверь. Дверь – это вообще одно и то же из самых важных вещей, да, в нашей квартире. И оттуда приходит энергия, туда уходит, и мы именно с миром и с пространством взаимодействуем вот в этом, вот в этой секунде перехода между своим домом и внешним миром. И когда вот эта энергия, то есть двери очень важная, она смотрит в зеркало, то есть она тоже уходит и не задерживается у нас в доме. Но если мы рассмотрим идеальную ситуацию, да, вот, и, например, для нас тут в Америке это достаточно актуально, а я знаю, что в Васту прежде всего рассматривается сначала участок земли, да, а потом уже дом, строение, которым на этом участке. Вот как идет соотношение, здесь у нас очень у многих людей есть свои какие-то участки небольшие, да, то есть некое пространство, которое тебе тоже принадлежит, оно еще считается твоей территорией, ну, не там, не твоим домом, ну, короче, твой участок. Как
у нас происходит взаимодействие нашего, то есть это наше же пространство, или это какое-то уже чужое пространство? Оно для нас дружественно, недружественно, что мы впускаем, что не впускаем? Наше пространство, это все пространство, на которое лично мы можем влиять. Uh-huh. То есть наши границы пространства, которые на нас влияют, кончаются там, где кончается зона нашего влияния. Тут очень легко понять, да, как и где, и докуда на нас действует все на самом деле. И дом, и участок, и город, и страна, и сама планета Земля. Такие разные уровни влияния, mm-hmm. их отслеживать не всегда нужно. Но при этом участок, есть такая поговорка, что самый плохой дом не по ВАСТу, но на участке земли лучше, чем даже хорошая квартира по ВАСТу. Потому что соседи, энергии, это все интересно так. Происходит взаимодействие, конечно, по полей чужих, своих, да? Да, это тоже без фанатизма, конечно, что соседи плохо, но люди, которые живут в своих домах и живут в квартирах, они ощущают вот эту разницу между уровнем энергии, да, какая энергия в доме, какая энергия в квартире. При этом, если еще дом по вас, да еще на участке по вас, то это вообще сказочные такие вещи. Но на самом деле участок тоже влияет на нас, и участок тоже можно гармонизировать. И когда мы гармонизируем вот эту решетку, то есть энергетическую, мы можем ее применять куда угодно. То есть мы можем ее построить на дом, мы можем построить на участок, и согласно вот этой решетке сделать какие-то манипуляции, которые помогут тоже нам повлиять на уровень своей энергии, здоровья, потенциала, энтузиазма, и вообще всех проявлений. Вообще, действительно, я с тобой согласна, потому что вот, когда была в Индии, я была в домах, которые построены четко согласно по ВАСТу, на правильных местах, на правильных участках, и, конечно, ощущение энергии пространства там удивительное, когда северо-восточный угол еще вынесен, да, специально для того, чтобы, потому что это место, где правильно располагать, например, алтарь, да, ты поправь меня, если я чего-то не так скажу, потому что я все-таки в вас не самый большой специалист, да, вот я просто сейчас прямо это стала рассказывать, вспомнила ашрам, в котором мы были, который полностью был построен васту архитектором с учетом всех правил, то есть там прям вот хочется находиться, это действительно место, где ощущение потрясающее, прям хочется туда приезжать, вот я сейчас стала вспоминать, у меня буквально в голове картинки возникают, и, конечно, хочется свой дом сделать именно таким местом, чтобы туда вот хотелось всегда приходить, да, и чтобы мы могли себя сгармонизировать. Еще у меня такой вопрос сразу по входным дверям. Вот какие двери более благоприятные, какие неблагоприятные, как нам скорректировать этот вопрос? Нету такого благоприятного, неблагоприятного. Все двери хороши. Потому что они показывают на то, куда нам нужно идти. То есть это такое прямое указание. То есть вот уже прямее некуда. Mm-hmm. То есть посмотри, куда у тебя направлена дверь, куда ты выходишь, и туда и иди. То есть если mm-hmm. это юг, учение, наверное, не знаю, учителя школы ВАСТу, которые говорят, что вот южная дверь — это вот страсть как плохо, потому что в Индии, если говорить про Индию, ВАСТу — это же индийская, Синди. И у них просто южная сторона, там у них погребальные костры. Mm-hmm. И оттуда, именно поэтому в Индии считается, что вход южный — это не очень хорошо. При этом, если применять это все к нам, то юг — это вполне себе адекватный выход. Mm-hmm. Мир от нас ждет такой активности марсианской, вышел, вижу цель, не вижу препятствий. То есть тут не нужно ничего бояться, нужно понимать, нужно правильно поставить цели, да, и нужно понять, в какой сектор нам, мы смотрим на силу секторов, да, и понимаем, что наша цель лежит вот здесь, где наш сильный сектор, да, например, восток сильный,
Это значит, вот наша цель — вдохновлять людей. Ну, это я очень грубо говорю, да, потому что там очень много всяких вариаций. Ну, к примеру, сильный восток — вдохновлять людей и выход на юге. Да? Значит, мир нас ждет, что мы выходим и идем, вдохновляем вообще вот всех, кого видим. Да? То есть мы такие воины, да, воины, вдохновляющие людей. Как воин света, да, мне кажется. Да, воин света, вдохновить. Да, и когда мы это делаем, то есть мир нам, он начинает помогать вот прям со всех сторон. И у нас вот те стороны, которые какие-то обрезанные, маленькие, туалетные, они начинают нивелироваться, подтягиваться, и мы не замечаем вот этого негативного влияния. И тут опять же улучшается и здоровье, и уровень энергии, и наши идеи о себе, о мире, они начинают трансформироваться настолько, что мы становимся комфортны сами себе, мы становимся комфортны миру, и, ну, то есть и здоровье, и все улучшается, ну и красота, конечно. Скажи, пожалуйста, вот ты как раз про туалеты, про ванны мы еще не поговорили. Насколько они могут влиять на наше здоровье, да, и какие тут есть трюки, да, какие-то уловки для того, чтобы нам все-таки с туалетом, с нашим, и с ванной поработать. Я тоже, опять же, читала в одной книге, что, конечно, в классическом ВАСТу совмещенный санузел – это не совсем правильная вещь, и, в общем, лучше избегать. Это становится один большой туалет. То есть, когда у нас то есть туалет всегда превалирующей энергией обладает, да. Туалет с ванной, вот. это один большой туалет. Вот, поэтому вот эта вот тенденция, я знаю, что в России, там у нас, я помню, в советском моем прошлом, да, где, когда были там раздельный санузел, да, совмещенный санузел, ну и когда стали вот эту эпоху евроремонта, все стали объединять эти ванны, то есть это на самом деле не очень правильно, да, все-таки лучше отдельно иметь туалет отдельный, как отдельный такой кабинетик, да, и сама ванна, а ванна — это все-таки место положительное, да, оно такое какую-то более позитивную энергию несет. И как нам, ну, как нам быть, во-первых, в случае, если у нас все-таки туалет совмещен, да, уже так случилось, и как нам с ванной, энергию ванны, вот именно санузла, нам его улучшить для того, чтобы мы привлекали в свою жизнь красоту, здоровье и благополучие? Ну, туалетная тема, это такая, она очень интересная, потому что от него никуда не денешься. А сейчас у вас в квартире, когда, то есть я видела вас ту карту, когда вообще во всех секторах, кроме одного, во всех секторах туалет. И то есть это говорит о том, что человек вообще не может ничем удовлетворить, совсем вот все не может его удовлетворить. И если говорить про совмещен, тут тоже везде творчество. Васту — это женская энергия, а женская энергия — это творчество. То есть мы не можем говорить о Васту без интерпретации вот именно творчества. Если мы подходим творчески ко всем сложностям, да, мы можем победить все что угодно и солнце остановить. Да. А я прочитала эту легенду и думала, вот она же смогла, она даже солнце остановила. Да. И вот у нее настолько была сильная любовь к мужу и решительность, да, справиться с этой ситуацией. Поэтому мы можем все. Это нужно тоже взять, вот как что мужчина делает, вот все, что он не делает, все хорошо, то также и женщина. Говорит, она может все. Поэтому любой туалет она может победить своей энергией творчества. И тут, опять же, если он совмещен, мы можем, у нас девочки, они вешали красиво очень шторки, которые вот отделяли просто туалет. Так бывает, что он раз, ну опять, идея какая-то поменялась, и появилась возможность сделать туалет как-то отдельно. А бывает такое, что человек начинает заниматься вастой, что-то делает, гармонизирует, и потом понимает, что он может вот в этой энергетической решетке просто отсечь себе туалет. И это самое волшебство васту, когда вот мы можем, то есть появляется, бывает так вот, мы смотрим и не видим. И потом вот мы начинаем делаем, и начинаем замечать что-то вообще невероятно новое в старом помещении. И бывает, что туалет мы можем отсекать в энергетической решетке, и он перестает на нас влиять. Ну, это как-то вот удивительная такая наука осознанности. Когда мы подходим осознанно, начинают происходить такие чудеса. Ну и вот, то есть какие-то
как это называется, ширмочки, да, какие-то красивые шторочки, какие-то, ну, то есть масса инструментов, которые мы можем использовать. Главное этого захотеть. А скажи, пожалуйста, ты можешь порекомендовать какие-то вот источники информации, что-то где-то? У меня завис интернет. Я дослушала, да, порекомендовать что-то, что-то порекомендовать. И вот я не знаю, говорить мне сейчас или нет. Ну ладно, я подожду, пока развиснет. У нас 10 минут осталось. Угу. Так, Анастасия пропала. И вот я не знаю, я тут или нет. Михаил. Алло, Люля, ты со мной? Я говорю сама с собой. Ретроградный Меркурий, который только через 2 дня закончится, он у меня уже вторую программу подряд, он меня выключает из эфира. Вот, и я не знаю, ты ответила на мой вопрос, не ответила на мой вопрос? Я так аккуратненько поговорила о том, что... Читать информацию о каких-то вот, ну, действительно, вот, ну, потому что не все мы запомним, да, там, где какие картины вешать, где что, какие-то простые такие источники, потому что, конечно, я понимаю, что не все наши слушатели, да и не все люди, они в состоянии вникнуть, да, глубоко, ну, хотя бы какую-то элементарную корректировку, там, сделать свой вастутанец, да, мне очень нравится это определение, когда мы мебель переставляем, да, вот попробуйте даже мебель переставить, и уже совершенно другое, может быть, пространство, абсолютно. Ну, у нас школа, то есть конкретно я обучалась, я обучаюсь, потому что это же бесконечный процесс. Вот, я обучаюсь в школе Ганапати Стапати, это великий архитектор Индии, который буквально возродил это знание, который помог его адаптировать, и его труды, они еще до сих пор переводятся. И мой учитель, это Сергей Никифоров. Поэтому я не могу никого другого советовать, потому что наша школа, она очень, очень такая мягкая, она, опять же, да, то есть мы очень адаптируем это, причем адаптируем это на практике, через нашу школу проходит очень много детей, и очень много вастукат, и очень много живых примеров, да, когда есть вот эта обратная связь, сделали, получили обратную связь, да, 1+1, получили 2, так, сколько человек 2 получили, так, кто-то 3, значит, где-то что-то не так сделали. И вот благодаря этому такому, такой активной практике и благодаря такому обширному опыту работы с большим количеством людей, причем с разных стран, потому что, ну, как ни крути, все-таки есть небольшая разница между теми, кто живет в Америке, и теми, кто живет в России, потому что градостроительство, ну, немножко отличается там и там, и при этом работает, что-то работает и там, что-то где-то не очень работает, да, или работает по-другому. Ну, в плане, да, для нас не очень актуальны лестницы, да, которые посередине, или обрезанные. Ну, с лестницей, да, посередине, это я, кстати, жила совершенно в России, вот, а не здесь, абсолютно точно. Вот, да, ну, вот такой дом был мной куплен в моей семье, он до сих пор он у нас есть, мы пока от него, к сожалению, или к счастью, не знаю, пока он у нас есть, этот дом, и вот, да, там была лестница по Брахмастану, и более того, я тебе могу сказать, что туалет был на северо-востоке, там не один туалет, а такой прямо весь косяк туалетов находился на северо-востоке. Интересный такой был дом, забавный. Интересный. Да, поэтому... Да, то есть тут нужно понимать, что дом нам показывает, потому что некоторые дома к нам приходят для того, чтобы нам дать знания, некоторые, чтобы нам дать деньги, некоторые, чтобы дать нам очищение, некоторые, чтобы нас выдать замуж, да, есть такие дома. И поэтому, то есть нету плохих домов, но они немножко все разные. И вот, то есть порекомендовать, если говорить, да, о источниках, ну, можно повбивать самостоятельно, потому что школ сейчас тоже достаточно много. Но вот я как-то авторитетно могу
говорить про нашу школу, про наши группы, да, которые мы ведем очень активно, да, и мы там на вопросы отвечаем, и много информации выкладываем обо всем вообще. Все, что касается вас, то в группе оно, ну, каждый день у нас какие-то статьи выкладываются. Скажи, пожалуйста, вот еще у меня один вопрос, как раз в завершении нашей программы возник. Если человек часто переезжает, то каким, то как-то это отражается на его судьбе? То есть он, допустим, там, ну, какие-то все время же в разные пространства попадает, да? И вот у него тогда жизнь просто какая-то очень нестабильная или что? Или наоборот это идет при процессе улучшения? Чаще всего, ну, опять же, да, по опыту, когда часто переезжает человек, он из пространства в пространство, чаще всего тоже все то же самое. То есть туалет и направление, оно редко меняется. Ну как, оно меняется, бывает, но чаще всего человек попадает в то же пространство с тем же туалетом и с тем же, с той же дверью. Да. Понятно, то есть, в общем, на самом деле от судьбы не убежишь, да, нет, независимо от того, что ты вроде как бы хочешь улучшить, да, а в итоге все равно получаешь, то есть на те же самые грабли наступаешь. Если, ну, ты делаешь неосознанно, наверное, да, а если все-таки мы включаем сознание и уже выбираем что-то более по-другому. Ну, то есть, опять же, если есть идея к тому, чтобы какое-то идеальное пространство себе выбрать, нас это пространство не пустит, потому что есть примеры, когда люди себе строили ВАСТу дом, не просто квартиру, да, снять или там куда-то переехать, а они рассчитывали там по яде, все это же целая наука, и участок, и дом, все по ВАСТу, все по расчетам, все как нужно, а они не могли туда въехать, и ни один, ни два, пять лет, по-моему, они пока, то есть ВАСТу дом или какое-то пространство, оно должно соответствовать нашему сознанию, пока мы сами не, ну, то есть оно обоюдно, конечно. Но когда мы сами меняем вот эти идеи в голове, тогда пространство меняется. То есть и чем мы гибче, вот о чем, да, этот год, то есть эти энергии такого, ну, жесткого разрушения, они же пришли для того, чтобы вот, ну, снести нашу идею о том, что все должно быть как-то, ну вот, стабильно, что вот это должно быть так, это же должно быть так. Вот чтобы у нас не было вот этих вот, вот этой категоричности, да, пришли эти энергии, чтобы категоричность эту нашу убрать, да, чтобы мы были гибкие, чтобы мы были подвижные, чтобы мы успевали за энергией этого мира. Поэтому меняем сознание, и тогда все очень быстро. Спасибо тебе огромное. С нами была Лёля Хилько, ВАСТу-консультант и ВАСТу-коуч. И спасибо, что ты в такое позднее время. У тебя уже почти пятница наступила. Да? Через пару минут. Да, я надеюсь, что мы с тобой еще какие-нибудь интересные программы подготовим и нашим слушателям, потому что мы получили очень, очень сильный фидбэк, очень большой ревью. И для того, чтобы вот справиться с этими энергиями, слушайте наше интернет-радио Сангейт. Мы как раз рассказываем о том, как жить гармонично, счастливо и следовать своему предназначению. И сегодня мы говорили о ВАСТу, и до встречи в следующий четверг на волнах радио Сангейт в программе «Женская гостиная». С вами была Лёля Хилько и Анастасия Хрущинская. Спасибо большое, Лёлечка, до новых встреч. И спокойной тебе ночи, а нам хорошего дня. Хорошего дня вам, всего доброго.